Школьники о всех датах регистрации и сдачи экзаменов по форме и материалам ЕГЭ осведомлены. Им об этом говорят на классных часах. А вот более взрослым, желающим получить высшее образование, эта информация зачастую неизвестна. С 1 октября, во-первых, началась регистрация на сдачу единого госэкзамена в 2017 году. И можно уже приходить к нам на улицу Юных Ленинцев, 5, на первом этаже 15 кабинет и зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ. С собой необходимо иметь два документа и их копии. Это документ, удостоверяющий личность, паспорт, либо другой документ, его заменяющий, а также документ об образовании. Либо это диплом, который уже имеют выпускники прошлых лет, либо аттестат об окончании средней школы. Студентам, обучающимся на последнем выпускном курсе, необходимо для регистрации предоставить справку из образовательного учреждения. Также параллельно с регистрацией на сдачу единого госэкзамена в следующем году в Сочи началась и регистрация на сдачу итогового сочинения. Студенты среднепрофессиональных образовательных учреждений и выпускники прошлых лет наравне со школьниками имеют право написать и этот экзамен. Потому что в ряде вузов за качественное итоговое сочинение добавляются баллы. И эта информация размещена на сайтах вузов в правилах приема. И если там есть информация о том, что вуз засчитывает хоть какое-то количество баллов за сочинение, тогда можно прийти к нам и написать заявление на сдачу сочинения. Регистрация на сдачу ЕГЭ, начавшаяся 1 октября, продлится до 1 февраля. А вот прием заявления на написание итогового сочинения завершится уже 10 ноября. На дополнительные вопросы по сдаче единых государственных экзаменов специалисты управления образования готовы ответить по телефону. Номера горячей линии вы видите на экране.